На создание системы эффективного контроля за расходами депутатов и чиновников понадобится не менее 3 лет. Замруководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил РБК ТВ, на сегодня, если госслужащий потратил больше, чем заработал, налогооблагаемая база все равно не увеличится. Конструкции мы видим, что у тебя условно 10 миллионов расходов, а доходов только 2, и, следовательно, 8 это тоже является облагаемым доходом, такой конструкции в налоговом кодексе не предусмотрено. И если мы плавно, потихоньку перейдем к ситуации, при которой люди должны объяснять, за счет чего у них появляется то или иное имущество, при этом не обращаясь на периоды, когда они такого не ожидали, это было бы предсказуемо, а это очень важно.